Здравствуйте, меня зовут Алиса Стаханова, мне 16 лет, я из города Владимир. Я буду читать стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Ты мог быть лучшим королем». Ты мог быть лучшим королем. Ты не хотел? Ты полагал народ унизить под ярмом, но ты французов не узнал. Есть суд земной и для царей. Провозгласил он твой конец. С дрожащей головы своей ты в бегстве уронил венец. И загорелся страшный бой. И пламя вольности, как дух, идет пред гордою толпой. И звук один наполнил слух. И брызнула в Париже кровь. О, чем заплатишь ты, тиран, за эту праведную кровь? За кровь людей, за кровь граждан! Когда последняя труба разрежет звуком синий свод, когда откроются гроба и прах свой прежний вид возьмет, когда появятся весы и их подымет судья, не встанут у тебя волосы? Не задрожит твоя рука, глупец! Что будешь ты в тот день, коль ныне стыд уж над тобой? Предмет насмешек ада, тень, призрак, обманутый судьбой. Бессмертной раною убит, ты обернешь молящий взгляд. И строй кровавый закричит: он виноват! Он виноват!